Ребята, здравствуйте, с вами я, Алексей, и добро пожаловать на мое новенькое видео из рубрики «Путевые заметки». В рамках этого видео сегодня я бы с вами хотел поговорить о предстоящем DLC Вашингтон, а точнее о тех скрытых дорогах, которые сейчас имеются в открытом бета-патче 1.35. Обзор, кстати, на этот патч вы можете найти в описании, либо в верхнем правом углу экрана. Давайте посмотрим, какие дороги сейчас есть на данный момент, какие города есть на данный момент, как это вообще все выглядит, и попытаемся хотя бы просто представить, как будет красиво выглядеть штат Вашингтон после своего официального выхода. Всем приятного просмотра, всем приятного аппетита, кто кушает, и погнали! Итак, друзья, ну что ж, теперь мы с вами находимся в игре, в версии игры на момент записи видео 1.35.0.96, и в принципе можно сказать, что ОБТ у нас, грубо говоря, подходит к своему логическому завершению, но сегодня не об этом. В общем, друзья, на севере замечательного штата, очень красивого штата Орегон, у нас имеется 4 города. Это город Астория, Портленд, Даллас и Пендлтон. И, в общем-то, самые внимательные уже заметили, что севернее Даллеса здесь появился значок со стоянкой, где сейчас стоит мой замечательный трак. Чуть выше города Пендлтон, господи, какие сложные у них названия, имеется уже некая весовая станция. Скорее всего, это будет весовая станция, въездная в штат Вашингтон, но это просто логично, потому что она стоит на границе. И, поверьте мне на слово, здесь южная часть штата присутствует, ну, в очень хорошей детализации, и мы в рамках этого видео посмотрим на это исполнение, на ту работу, которую сделали разработчики, пусть и на небольшой кусочек из каждого города в отдельности. То есть, повторюсь, у нас имеется 4 города. Для начала мы с вами посмотрим, мы попытаемся найти выезды и какие-то уже существующие дороги из города Астория. Дальше перейдем к Портленду, потому что здесь у нас явно имеется 2 дороги, из которых мы можем туда уехать. Далее с вами мы переместимся в город Даллас. У нас здесь присутствует 97-я дорога, по которой, по всей видимости, пойдет уже севернее. Ну и напоследок мы с вами поедем вот в этот вот город Пендлтон. Вот, ну просто никак не могу я выговорить название этого города, даже когда перевел его на русский язык. В общем, друзья, погнали. Сначала Астория, ну и далее по списку. Вперед, поехали. Итак, друзья, ну что ж, для того, чтобы попасть в штат Вашингтон из города Астория, нам с вами понадобится проехать немножечко на восток в сторону замечательного города Портленд по 30-й дороге. И не доезжая, соответственно, города Портленд, мы здесь увидим с вами вот такой замечательный экзит, где дорога обрублена в сторону штата Вашингтон, что нам, естественно, явно дает понять, что именно здесь мы с вами будем заезжать в этот замечательный штат. Экзит, к сожалению, никоим образом не пронумерован, но вы можете легко его обнаружить по надписи «На 5-ю дорогу на город Лонгвью нам нужно повернуть направо». Как я понимаю, город Лонгвью — это самый первый город в штате Вашингтон, который будет нас встречать именно здесь. Здесь вот такую мы замечательную въездную стелу видим. «Добро пожаловать в Орегон». Она явно ориентирована на то, что если мы будем выезжать с Вашингтона, будем смотреть на съезде сюда, и на самом деле это смотрится достаточно красиво. Итак, поворачиваем налево. Здесь мы видим знак, что Орегон благодарит нас за то, что мы его посетили, и надеется, что мы очень скоро вернемся. И первым, что мы с вами встречаем, это вот такой огромный металлический мост. Выглядит нереально круто, он даже у меня весь в кадр сразу не влазит, нужно куда-то отлетать очень далеко для того, чтобы он появился в кадре всей своей величиной. Но действительно, мост очень крутой, очень огромный, весь из металла, классный такой крутой надежный американский мост, очень здорово выглядит. Плавный такой у него перекат. И сразу, друзья, как мы с моста будем спускаться, если повернем налево, тут у нас лесозаготовительная база. То есть мы видим, что у нас здесь, соответственно, готовые деревья уже лежат, спилены, подготовлены для того, чтобы их в дальнейшем переработали в пиломатериалы различные, доски, плиты и т.д. и т.п. Что мы, кстати, здесь и видим. То есть мы видим, здесь опять же уже идет заготовочка, всякая подстройка. У нас также здесь появился лесовоз, он уже загружен. Это нам еще один намек в сторону того, что здесь действительно будет база, и то ли мы сюда будем привозить бревна, да, из Вашингтона, либо наоборот отсюда мы будем что-то увозить либо в Орегон непосредственно на тот берег, либо обратно увозить в Вашингтон. Ну, в общем-то, база достаточно интересная, названия у нее, к сожалению, пока никакого нет, но, тем не менее, так на нее просто можно посмотреть. Ладно, с базы выбираемся, давайте повернем направо. Если будем съезжать с моста, мы увидим еще одну базу. Тут у нас тоже уже стоят трейлеры готовые для того, чтобы мы их забрали, но ни маркеров, ни названий базы здесь, к сожалению, нет. По всей видимости, это какая-то новая база, но объект очень похож на то, что я видел в Орегоне в одном из городов. Но, тем не менее, да, все равно базы они плюс-минус будут похожи.
Очень она интересная. Здесь у нас достаточно много места для того, чтобы можно было забрать грузы. Вот, пожалуйста, трейлеры стоят. То есть, в принципе, неизвестно, чем эта база занимается, но судя по тому, что у нее есть выезд к воде, и наверняка здесь какие-то товары привозят, их, соответственно, отвозят сюда на склад, забивают уже коробки трейлера, и мы это все дело будем развозить. Очень интересно, посмотрим. Итак, ну а если мы дальше с вами поедем на север, то мы с вами попадем в этот замечательный город Лонгвью. Но, к сожалению, здесь дорога обрывается, но мы же с вами хитрые. Здесь уже явно идет намек на то, что дорога пойдет дальше, это естественно. Мы можем повернуть налево и посмотреть просто хотя бы на огрызок этого города, как он будет выглядеть. Здесь, конечно, еще все далеко не финально, и я больше чем уверен, что эта дорога не будет проездной, то есть она просто будет закрыта. И как бы, ну, просто она будет выполнять вот фоновую какую-то часть, да, потому что здесь дома, как видите, на дороге стоят, все это у нас пропадает по мере приближения и отдаления, соответственно. То есть, в принципе, сразу на въезде, да, в штат мы получаем уже две разгрузки, две загрузки, две базы, и это достаточно круто. Теперь, друзья, нас ждет Портленд, давайте переместимся туда, и поверьте, там есть на что посмотреть. Из города Портленд, друзья, я нашел пока что только один выезд, но, может быть, он как-то будет соприкасаться с 84-й дорогой, которая идет, опять же, восточнее города Портленд. Но самый основной выезд у нас, естественно, будет по шоссе номер 5, и разработчики сами говорят, что с выходом DLC в Вашингтон, это пятая дорога, которая идет абсолютно через всю Калифорнию и через весь Орегон, она наконец-таки получит свое логическое завершение. Ну и, соответственно, да, мы преодолеваем невидимый барьер с помощью свободной камеры, естественно, становимся уже за той частью, куда мы с вами проехать не можем. Мы видим указатель о том, что у нас на Ванкувер 99-я дорога идет прямо, и, в принципе, нам она нужна. Трафик здесь уже едет, все хорошо. Немножечко пролетаем далее и видим впереди себя еще один железный, огромный металлический мост. Но для начала давайте просто осмотримся, что у нас тут есть, какие у нас прибрежные территории присутствуют. А если мы спустимся направо, мы попадаем в заглушку, скорее всего, тут у нас ничего не будет. С левой стороны тут, ну, тоже, скорее всего, заглушка. Хотя, в принципе, можно было бы как-то обыграть, сделать какой-то порт. Ну, либо хотя бы вот порт есть, можно было отсюда какие-то контейнера вывозить. Ну, посмотрим, может быть, это и будет активировано. Итак, давайте посмотрим, что у нас дальше. Здесь какая-то авария произошла уже прямо-таки на въезде. Здесь опять же нам говорится о том, что Орегон благодарит нас за то, что мы его посетили. И видим, друзья, мы с вами вот такой вот огроменный мост. Кстати, мост, по всей видимости, ну, что-то типа подъемного. Разводным его все-таки не назовешь. По-моему, в Италии такой же мост стоит в DLC Италия, то есть который просто поднимается вверх. Давайте посмотрим, как это все выглядит изнутри. Прикинемся, что мы типа едем на трачке. Да, тут у нас прям светофоры. Машинки тоже уже ездят. И вот если загорается красный, соответственно, эта часть поднимается. И здесь у нас проходит пароход, либо какой-нибудь огромный корабль. Так, ну что ж, дальше дорога у нас никуда, к сожалению, не ведет. На Ванкувер нам нужно будет поворачивать направо. Тут уже вот поезд, пожалуйста, едет. Вот, пожалуйста, прям проходим. Ничего у нас не появляется. Здесь, опять же, все у нас заглушено. Там у нас идет уже территория, над которой мы летали, выезжая со Стори. Так, ну что, давайте пойдем, наверное, направо, посмотрим, что у нас здесь есть. Мы, опять же, здесь идем на Ванкувер, на Колумбию. Отлично, тут очень все готово выглядит на самом деле. Слева у нас вот такой вот интересный аэропорт. Кстати, не так давно на официальном блоге выходила новость о том, что в городе Эрвинг, по-моему, он называется, будет у нас возможность перевозки запчастей для самолетов. Там, не помню, к сожалению, как называется фирма, ну, по-местному в игре, но в реальной жизни в этом городе расположен завод самолетов Boeing. И, то есть, соответственно, лицензию они получить на это дело не смогли, назвали по-другому, но сути дела не меняет. Мы будем перевозить всяческого рода запчасти для самолетов, и это еще одна идея для перевозки, может быть, каких-нибудь крупногабаритных грузов. Но, тем не менее, если мы едем по этому замечательному шоссе без номера и поворачиваем направо, мы попадаем в какой-то интересный город, который, к сожалению, никоим образом здесь пока что не отображен, но выглядит он очень-очень симпатично. Полностью, как я понимаю, он уже, в принципе, готов. У нас имеются базы для погрузки-разгрузки. Если здесь поворачиваем направо, смотрим налево, вот она, пожалуйста, новая база, называется Стиллер. Ну, судя по названию Стиллер, может быть, какой-нибудь там металл или что-то в этом роде мы будем перевозить. Хотя, да, так оно и есть. Вот, пожалуйста, здесь у нас уже всяческого рода швеллера, пруты, арматуры.
Артура и прочее. Есть вот такой ангар, куда мы наверняка можем заехать для того, чтобы разгрузиться. То есть здесь такая конкретная металлобаза, и это, можно сказать, уже совершенно спокойно новый тип грузов, друзья. Вот так вот мы с вами все это дело прям по пути открываем. Ну и далее, соответственно, у нас город, выезд из города, точнее, закрыт, но свободной камерой мы, естественно, можем лететь дальше. Здесь, как я понимаю, тоже будет проходить дорога, ведущая уже непосредственно вот к тому самому тракстапчику, про который я говорил в начале своего видео. Но да, мы уже практически к нему подошли. Здесь у нас еще одно шоссе, давайте мы вернемся по нему назад. И уже потом, соответственно, будем выезжать на этот замечательный тракстапчик. Здесь у нас слева имеется вот такой огромный карьер. Здесь уже стоит техника, то есть, по всей видимости, здесь мы с вами будем грузиться именно вот такой техникой тяжелой, для того, чтобы, соответственно, ее перевозить на другие, господи, как их называют-то, карьеры. Итак, поворачиваем с этой дороги налево и уходим вот туда вверх. Ну и здесь, как говорится, у нас уже, в принципе, все, заглушка, и ровным счетом мы здесь с вами ничего, к сожалению, не наблюдаем. Не знаю, как называется этот город, названий никаких у нас здесь не предусмотрено, поэтому нам остается лишь только дождаться игры. Возвращаемся обратно на шоссе и давайте дальше полетим по этой замечательной дороге без номера. И тут у нас заглушечка, но мы ее преодолеваем. Летим прямо, летим, ориентиром служит нам вот эта стояночка замечательная. Так, кажется, я ее пролетел. Да, вот она, эта замечательная гора. И поднимаемся сюда чуть-чуть выше. И здесь у нас имеется вот такая замечательная, очень красивая рестерия. Давайте посмотрим, как она у нас называется. Называется она у нас Saint Helens Welcomes You. Короче, называется она гора Святой Елены. Вот как, друзья. Выглядит реально круто, здесь можно делать достаточно прикольные фотки. Место действительно крутое, здесь, по всей видимости, еще и смотровая площадка имеется, где люди стоят. Какой-то центр культурный, где, видимо, рассказана вся история этой горы. И, пожалуйста, еще одна смотровая площадка, да, вот тут прям все расписано. Тут и НЛО даже у нас где-то, может быть, имеется. Но, в общем и целом, выглядит действительно здорово, монструозно. Ну, естественно, к горе к этой приближаясь, она у нас пропадает, не понимаю почему. Итак, друзья, ну вот выезд из Портленда, наверное, самый пока что такой густонаселенный в плане контента, который разработчики оставили в патче 1.35. Давайте посмотрим, что же все-таки у нас там остается из Даллиса и из вот того города, который я так и не выучил. Погнали! Из города Даллис, друзья, мы, в принципе, с вами, опять же, можем выбраться двумя путями. Первый, прям максимально близко к городу расположен, можно сказать, даже в его чертах. Здесь у нас просто стоит на данный момент мост и как бы все. То есть дальше там просто идет заглушка и ничего интересного нет. Самое топовое место, опять же, в плане того, что нам оставили, это 97-я дорога. Вот эта самая развилка, здесь два таких огромных, на самом деле, есть интересных тракстапчика. Просто перелетаем. Опять же, здесь мы видим мост. Вот, пожалуйста, 97-я дорога на север в город Якима. Ну, вот такой вот, ну, по сравнению с теми мостами, очень простой мост. Здесь мы видим сразу, что есть у нас некий парк, если мы повернем направо. Дальше туда у нас уходит дорога к туннелю, но туннель у нас никоим образом не активен. Здесь у нас слева появляется железная дорога, которая тянется от самого Портленда. То есть, в принципе, по ней можно будет сюда пролететь. Но мы летим с вами дальше по дороге. Справа мы видим ветряки. Направо дорога у нас, к сожалению, закрыто, но здесь просто, по всей видимости, будет заглушка. Если поворачиваем налево, то здесь у нас дорога как бы, в принципе, обрывается, появляется опять какими-то кусками. Ну и как бы, в принципе, все. Больше здесь у нас ровным счетом ничего интересного нет. Где-то по частям появляются какие-то поля, горы, заготовки какие-то под что-то. Вот опять же, не знаю даже, что это такое, парк может быть какой-то или что-то в этом роде. А, ну мы опять вернулись на эту же стоянку, да, то есть на которой мы с вами стояли. В общем-то, опять мы вернулись на эту самую рестерию с города Даллис. Теперь, друзья, нам остается с вами только посмотреть на то, как мы все-таки с вами выберемся из города Пендлтон. И посмотрим, что здесь у нас есть. Ну, тут есть какой-то кусок дороги, здесь есть весовая, так что погнали. Ну что ж, ребят, добрались мы с вами до последнего города. Это город Пендлтон, уже как-то более-менее его произношу. И здесь на самом деле ситуация крайне непонятная. То есть, несмотря на то, что вроде как здесь у нас имеется какая-то дорога, там она обрывается. То есть здесь у нас вроде бы опять же тоже намекает на то, что мы сможем здесь выехать. Она опять обрывается. Кстати, база Стиллер, да, я в одном из там дублей сказал, что это новая база. Друзья, приношу свои извинения, просто невнимателен был. Оказывается, эта база уже есть, но ладно, это как бы такое.
И непонятно вообще, откуда выезжать. И, наверное, самым очевидным выездом здесь, скорее всего, будет, потому что здесь даже вообще никаких экзитов, ничего нет. Скорее всего, будет выезд именно здесь, вот в этом вот месте с базой Walmart, ну, либо Walmart, потому что лицензии на это дело у них, соответственно, как вы понимаете, нет. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что как, зачем и почему. Здесь мы делаем, получается, правый поворот и идем пока что прям по крайне непонятной территории. То есть, видимо, здесь какой-то ранний, может быть, кусок. Здесь у нас дорога обрывается, но ничего страшного. Мы просто летим дальше туда, в горы, с ориентиром на тот замечательный, на ту замечательную весовую станцию. И вот здесь у нас появляется дорога уже, по которой мы продолжаем движение. Налево, если мы с вами повернем, здесь будет развязочка. Будет видно город Паску, если мы поедем налево. Направо Вала-Вала. Интересно, давайте поедем пока что налево, посмотрим, что у нас тут есть интересного. Включите, нам говорят, включите фары. Так, ну, непонятно что. То есть здесь у нас опять что-то типа карьера. И здесь у нас все обрывается. Поэтому возвращаемся обратно. Тут тоже пока что непонятно, что будет. То есть, ну, блин, конечно, друзья, это все поменяется, естественно, да, после релиза. Но, тем не менее, просто хотя бы на это посмотреть, это уже очень даже интересно. Та самая весовая станция, она, как вы понимаете, еще не работает, она еще и не сделана полностью, поэтому тоже, опять же, на это смотреть, как бы, вот, что это так и будет, это прям, ну, вообще, дело как бы такое. Ну, кстати, город, который будет, наверное, первым, это Уматила, очень интересное название города. Так, давайте идем дальше. Здесь у нас слева вот такая замечательная рестерия получается. Направо будет наверняка какая-то закрытая частная дорога. Опять нас просят включить фары. Ну и дальше у нас электростанция. Просто мы с вами тупо пилим по дороге. Здесь ферма. Да, здесь у нас грузики есть. Опа, вот это интересно. А, ну это скорее всего статичные объекты. Но если вот это добавится, это будет очень здорово. Стоит пустой трал, и больше как бы ничего нет. Вот было бы здорово, если бы реально добавили вот эти скотовозы, чтобы можно было лошадей перевозить. Справа ничего нет, там видно вид реки. Так, у нас что-то стало как-то немножко темно. Давайте мы сделаем обратно день, чтобы нам все было хорошо видно. Здесь налево у нас еще одни фермы. Тут прям сено на дороге лежит. У нас туда уходят рельсы. Так, ну и здесь у нас ровным счетом ничего. Давайте просто вернемся на дорогу. Так, отлично, пролетаем. Тут мы видим еще одну деревню. Они все скрещены между собой, все эти фермы. Так, новый город, Уайтсбург. Интересно. Но он не готов вообще от слова совсем. То есть направо у нас Дейтон, соответственно, да. Здесь тоже прям вот просто такая дорога. И все, и мы вроде как бы типа приехали. Налево тоже у нас уходит куда-то шоссешка. Здесь мы вернулись опять в ту точку, где с вами были. То есть в принципе, да, здесь ничего такого интересного нет, но, тем не менее, хотя бы мы на это с вами, друзья, посмотрели. Итак, ребят, ну что ж, вот, наверное, в принципе, все. На этом, я думаю, ролик можно заканчивать. Достаточно интересная у нас получилась экскурсия, то есть, ну, юты, если честно, оставили немножко больше. Не понимаю, почему они именно так это все решили сделать. Вот прям юта, действительно, ее было много, сейчас наверняка ее там уже нет, поэтому ждем Вашингтон, друзья. Я надеюсь, уже совсем скоро из стадии открытой беты АТС-очка выйдет. И там буквально, может быть, спустя недельку, может быть, спустя пару недель уже состоится релиз DLC Вашингтон. И мы с вами покатаемся на стримчиках по его территории. Все, друзья, на этом все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите ваше мнение в комментариях, ваши ожидания, чего вы ждете. Как вот у вас вообще вот есть хотя бы какое-то впечатление от увиденного, то, что здесь уже есть. Но вот, что касаемо того, что мы увидели с вами в Восток, в Портленде, да, севернее этих двух городов, там, в принципе, плюс-минус все выглядит хорошо. А если смотреть восточнее, ну, так себе. Здесь, конечно, уже очень много ошибок и прочего. Но, опять же, повторюсь, это просто случайно, видимо, оставленный материал. Все, друзья, на этом все. Не забывайте ставить лайк, если это видео показалось вам полезным. Также не забывайте подписываться на канал. Ну, а с вами был Алексей. Желаем всем хорошего настроения, всем огромной удачи и пока. И увидимся.